В данный момент времени Леонардо Йонович наконец-то попал в музей денежных знаков. На Павзе можно рассмотреть более детально, кому интересно. Это город Мукачево. Доступ свободный, то есть с меня не взяли $200, шутка. А вообще подборка бомбовая. В данный момент времени мы не будем включать подсветку, но в принципе здесь все видно, и возможно мы будем дополнять имеющиеся, так сказать, отсутствующие элементы. Но это вопрос детальный. Вот это у нас представлена Украина. Был такой период, когда для того, чтобы что-то было купить, необходимо было к деньгам доложить еще такой купон. Купоны шли на туалетную бумагу, на... ну и прочие дела. Кому интересно, может в интернете. Но самое интересное, мне любезно разрешили прикоснуться к слитку золота. Вот, очень тяжелый, ну, сами понимаете, золото, оно же как свинец. Одним словом, посещайте, и вы получите настоящий праздник. Спасибо за внимание.